Всем привет! Я Алибек, а это программа «Новости интернета», где я обсуждаю все самые интересные и актуальные темы. В этой программе все о презентации Apple, которую многие называют самой позорной. А началась вся презентация с МакГаффина, который принесли Тиму Куку. Вся эта таинственность была достойна криминального чтива. Мы рады? Ну, если вы подумали, там был новый суперсовременный iPhone, вы ошиблись. В нем оказался пульт от презентации, нажав на который, была начата сама презентация. Гениально, правда? Ну да ладно, это хотя бы выглядело красиво. Что же такого показали на этой гениальной презентации, которую многие ругают? А показали публике новый iPhone XS, также XS Max и XR. Мне одному показалось, что они отошли от политики Джобса делать простые названия, а не усложнять их. Нам нужно название. Apple. Звучит круче, чем Phaser Beam Computer. Так чем новый iPhone так хорош? Вы ни за что не догадаетесь. Ко всем цветам добавился еще и золотистый цвет корпуса. Это одна из моделей XS Max. Также у некоторых моделей дисплей стал шире. Еще немного, и вместо мониторов можно будет ставить iPhone. А если еще дальше, то вообще и целый кинотеатр. Шикарная, конечно, перспектива. С качеством изображения и звуком ничего нового, они как всегда улучшены на новой модели. Было бы странно, если бы они ухудшили. Также была улучшена водонепроницаемость. Дайверы, радуйтесь, теперь вы можете нырять с айфоном еще глубже. Что насчет камер? Они теперь снимают еще лучше и еще четче. Неважно, что многие социальные сети поджимают качество вашего изображения. Какого бы оно качества не было, вы снимаете в 4К, все равно он подожмет его до своих нужных размеров. И ваш iPhone как нельзя кстати. Ведь даже WhatsApp при отправке изображения сжимает его. После чего почему-то многие удивляются, почему изображение не того качества, которого они отправляли. Очень просто, социальные сети сжимают изображение, для тех, кто не знал. Для тех, кто знал, респект, вы молодцы. А что еще нового? Внимание, сделайте глубокий вдох. Сделали? Внимание, iPhone XS примерно на 30 минут работает дольше. Новая батарейка. Что ж, это действительно теперь технологичный скачок. Теперь мы можем сидеть аж на 30 минут дольше, чем на прошлой модели. Шикарно. Ребята, что с вами? Вы забыли слова своего основателя? Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными. И я всегда желал себе этого. И вот, наконец-таки, на презентации показали хоть что-то интересное. Игра с дополнительной реальностью. Теперь вы можете рубиться с друзьями прямо в комнате, направляя друг на друга просто килотонны спецэффектов. Выглядит, кстати, очень эффектно. Вот действительно, для этого можно использовать современные технологии. Что-то мне подсказывает, что конкуренты достаточно быстро догонят. Huawei, вперед!